Так, следующий доклад у нас. Случай лечения раннего рака желудка с исследования сторожевых лимфатических узлов методом инфракрасного картирования индоцианитом зеленым. Докладывает Деленко Алексей Александрович. Пожалуйста, Алексей Александрович. Сейчас загорится, тогда перевернем. Да, вот тут работает. Микрофон работает. Да. Сейчас выйдут. Все, поехали. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить вам наш опыт лечения раннего рака желудка с использованием исследования сторожевых лимфатических узлов. В нашу клинику был направлен пациент 72 лет с жалобами на дискомфорт в эпигастральной области с подозрением на ранний рак желудка, имеющий тяжелую сопутствующую патологию. В нашей клинике было проведено обследование в объеме видеогастроскопии с узкоспектральным исследованием, с увеличением эндоскопической ультрасоноскопии и мультиспиральной компьютерной томографией органов грудной и брюшной полостей. При этом получена следующая информация. В антральном отделе желудка по задней стенке определяется опухоль, расцененная как тип 0,1 СП. При узкоспектральной эндоскопии и эндоскопии с увеличением определяются участки с разрушенным рисунком слизистой и патологически извитыми сосудами. Гистологическое исследование биоптата продемонстрировало умеренно дифференцированную аденокарциному, а вот ультразвуковое исследование эндоскопического эндосоносканирования не помогло нам в выработке тактики, потому что мы не смогли определить четкую границу между опухолью и послизистым слоем. У нас оставалось сомнение в наличии послизистой инвазии. С учетом критериев отбора пациентов на эндоскопическое лечение раннего рака желудка, мы выставили показания для этого пациента для выполнения эндоскопической послизистой диссекции раннего рака с исследованием сторожевых лимфатических узлов для исключения лимфоузкулярной инвазии и метастазов в регионарных лимфатических узлах. Данная методика была выполнена на оборудовании компании «Олимпос». Этапы операции. Первым этапом лапароскопическая мобилизация антрального отдела желудка. Вторым этапом введение индоцианина зеленого. Перитуморальность 4 точек дозировки 25 мг. И через 25 минут мы получили изображение лапароскопическое, которое сориентировало нас по направлению накопления контрастного вещества и сторожевых лимфатических узлов. Далее была выполнена послизистая диссекция собственной первичной опухоли. На представленном видеоролике первичная опухоль, ее локализация непосредственно у привратника, выполнение лапароскопической мобилизации по большой и малой кривизне желудка и выполнение послизистой диссекции красителя индоцианина зеленого перитуморально с 4 точек. Далее, спустя промежуток времени в 25 минут, мы получаем лапароскопическую картину накопления контрастного вещества в лимфатических сосудах и лимфатических узлах 4 Д и 6 лимфатических коллекторов и выполняем диссекцию клетчатки с содержащимися в ней лимфатическими узлами. Следующим этапом выполняется послизистая диссекция, циркулярный разрез слизистой с остановкой кровотечения коаграспором в режиме монополярной коагуляции. Значит, в ходе выполнения послизистой диссекции мы для себя отметили некоторую особенность, заключавшуюся в том, что послизистый слой интенсивно был окрашен в зеленый цвет, на фоне которого затруднялась визуализация кровеносных сосудов. Собственно, диссекция была выполнена при помощи попеременно IT-ножа и hook-knife. Препарат после отсечения был помещен в пластиковый контейнер и извлечен перорально для гистологического исследования. Вы это видите на картинке. Окончательный вид пострезекционной посткоагуляционной язвы. Вид макропрепарата. Гистологическое исследование. В клетчатке было обнаружено 4 сторожевых лимфатических узла без признаков метастазирования в них. Общее количество лимфоузлов – 8.
Гистологически расценена первичная опухоль как умеренно дифференцированная аденокарцинома размером 25 мм, инвазия М3 с отсутствием лимфоваскулярной инвазии, чистыми вертикальными и горизонтальными краями. Выводы, которые мы сделали по анализу этого случая, мы считаем, что такая процедура является методом выбора в случаях, выходящих за рамки стандартных критериев отбора для малоинвазивного лечения. Позволяет точно локализовать сторожевые лимфоузлы, и в данной ситуации выбор внутрипросветной технологии обусловлен локализацией опухоли непосредственно близко от привратника. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Алексеевич. Очень интересное наблюдение. Молодцом. Сейчас, подождите, сейчас самая интересная оценка. Так. Вот первая шестерка. Михаил Викторович, пожалуйста. Да. И то и 5.05. И то 5. Таджири 5.05. Саито 5. Ну, иной. What is it for? И так, средняя оценка жюри какая? Так, это средняя оценка зрителей. 4,7, да? 4,7. И средняя оценка жюри 5,16. Я вас поздравляю, вы лидер пока. Пока лидер. Спасибо.